Надоело смотреть телевизор? Тогда у тебя есть уникальная возможность оказаться по ту сторону экрана. Телеканал «Универ ТВ» запускает новый кастинг. У нас появилась очень классная идея ворваться в Новый год с новым оформлением, и сейчас мы будем переделывать очень много всего, и в первую очередь это касается наших межпрограммных небольших зарисовок, которые имеют длительность там 15-20 секунд, которые идут вместе с рекламным блоком, вот, и, соответственно, поскольку будет новое оформление, хотелось бы увидеть новые лица, и поэтому, собственно, основной слоган — это «Стань лицом телеканала». Для участия необходимо заполнить форму заявки в официальной группе канала во ВКонтакте до 10 декабря. Хотелось бы в первую очередь видеть молодых ребят и молодых девушек, поскольку телеканал все-таки студенческий, и хотелось бы наблюдать студентов, ярких, активных. Естественно, если у нас есть молодые и активные сотрудники Казанского федерального, мы будем рады их видеть, будет очень классно с ними тоже поработать. Вдруг именно они станут лицом телеканала. Кастинг стартует 10 декабря в 14:00 по адресу профессора Нужина, 1/37, в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Редакция телеканала находится на третьем этаже. Проходим в большую студию. И до встречи на кастинге. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.